Более 20 секций, студий и объединений будут работать в новом году на базе молодежного центра. Дети разного возраста смогут найти себе занятия по интересам, развить физические навыки и творческие способности. Большое внимание уделяется творческим ребятам, которые в будущем хотят стать популярными ведущими или актерами. Ваши дети смогут развить свои творческие способности, актерское мастерство, получат возможность выступления на городских мероприятиях, в том числе проведение праздников городского масштаба, а также участие в конкурсах как городских, так и всероссийских и международных. Для тех, кто видит прекрасное во всем и любит фотографировать, в молодежном центре открывается фотостудия «В перспективе». Здесь ребят научат правильно выстраивать кадр, покажут, как позировать и расскажут, как с помощью фотографий развить свои соцсети. Это новое направление. Мы хотим развивать фотографию, чтобы подростки больше знакомились с творчеством, с визуальным. Это сейчас очень важно, потому что мир не представить без соцсетей, а во всех соцсетях нужна картинка. Вот мы и научим их создавать красивую картинку. Для всех желающих поближе познакомиться с программами дополнительного образования с 23 по 27 августа с 17 до 19 часов будут проходить дни открытых дверей. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 991-18 и 991-19. Записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на официальном сайте молодежного центра. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.